Приходит блондинка, блондиночка в казино, причем такая классическая, легкое платье, длинные белокурые волосы, абсолютно голубые прозрачные глаза, и говорит: а вот это, ну, что у вас? И говорит: это казино, девушка. Не, ну я просто первый раз, а вот когда в казино, вот в него как? Она говорит: ну, смотря во что вы хотите играть. Вот. Она говорит: ну вот в это как оно играется? Она говорит: это рулетка, ну. Вы ставите на какое-то число, потом будет крутиться колесо, по нему будет бегать шарик, и если то число, на котором шарик остановится, совпадет с вашим, вы выигрываете. Очень просто. Она говорит: послушайте, а давайте я поставлю вот фишки, которые я купила, на 22, можно? Она говорит: на любое, пожалуйста. Она стоит на фишке, крупье бросает шарик, рулетка крутится, и шарик остановится на цифре 22. Вы выиграли, говорит крупье. Отлично. Ей дают много фишек. Она говорит: а вот я сейчас опять буду ставить деньги. А могу я опять ставить на 22? Крупье говорит: да, конечно. Тогда вот это все, что я выиграла, ставлю на 22. Хорошо. Улыбается крупье, крутит колесо, бегает шарик и останавливается на цифре 22. Она говорит: ух ты! Ей предвигает огромное количество фишек. Она говорит: послушайте, а я могу продолжать? Можете, говорит крупье. А могу я опять это поставить на 22? Можете, говорит крупье, крутит колесо. И шарик опять останавливается на цифре 22. И приносит два чемодана фишек. Она говорит: ну еще разок, я поставлю на 22, да и, пожалуй, домой. Она ставит на 22. Рулетка крутится, и шарик останавливается на цифре 22. Выходит хозяин казино и говорит: девушка, значит, я поздравляю вас, практически мне здесь больше делать нечего, уже это казино уже все ваше. Я хотел бы перед уходом задать вам один вопрос: по какой системе вы играете? Я 25 лет в этом бизнесе. Я никогда в жизни не видел, чтобы человек, вот так придя, все время ставил на одно число и постоянно его выигрывал. Она говорит: это просто магия чисел. Каких чисел? Я вам сейчас объясню. Смотрите, сегодня какое число? Он говорит: сегодня 7-е. Вот. Сегодня 7-е число. Я сегодня приехал навестить свою подругу. К подруге я ехала на 7-м троллейбусе. Улавливаете? Он говорит: пока нет. Ну как? 7-е число, 7-й троллейбус. А живет моя подруга на 7-м этаже. И что из этого? Спросил владелец казино. Ну как же? Ведь 7-ю 3 – это 22?